Здравствуйте, уважаемые слушатели и подписчики! Сегодня я расскажу, как просто и легко сделать настойку из нашей сирени. Эта настойка поможет от десятка недугов и различных заболеваний. И сегодня у нас будет первый рецепт. Буквально завтра-послезавтра я сниму еще один малоизвестный рецепт из сирени. Но мы возвращаемся к рецепту. Все очень просто. Берем подходящую обязательно стеклянную банку. Далее необходимо будет спиртосодержащая жидкость. Подойдет просто магазинная водка. Далее подойдет разбавленный спирт. Разбавляем его до 40-50 градусов. Также подойдет и самогон. Как же правильно все приготовить? Первое. Нужно быстро все в холодной воде сполоснуть, так как здесь собирается очень большое количество пыли. После этого наполняем нашими цветами сосуд. Сильно трамбовать ничего не нужно. И заливаем все нашей спиртосодержащей жидкостью до верха. Желательно, чтобы цветки также были заполнены до верха. Все закупориваем и ставим в темное сухое место. Например, в шкаф. Через 3 недели наша настойка готова. Ежедневно желательно один раз хотя бы вот так ее встряхивать. А профильтровать ее нужно будет через 5-6 недель. Также под видео вы увидите дополнительную информацию по этой настоечке и что она еще дополнительно лечит, и некоторые еще рецепты.